And to kick us off this afternoon, the topic is the art and science of human resources, identifying the top personnel in various industries, different approach to motivation, working with educated young adults, better to be short-term and cost-friendly or long-term but cost-efficient when hiring. And to moderate the session and say a few words and introducing her panel is the managing partner of Agency Contact, Marina Tarnopolskaya. So if you could please join me and welcome Marina. Начинаем сессию, посвященную технологиям в HR. Тем, кто еще не успели подойти, передайте, пожалуйста, тот, кто доедает обед, что здесь будет очень весело, очень живо, и они узнают то, что они, о чем они не знали никогда. Поэтому привлекайте ваших коллег. И я хотела пригласить на эту сцену наших уважаемых участников дискуссии, коллеги. Давайте я начну представлять. У нас среди участников дискуссии будет присутствовать Анна Киреева, региональный менеджер персонала Восточной Европы компании «Резидор». Фактически Анна у нас единственный практический представитель, скажем так, индустрии гостеприимства, потому что наша цель – обменяться лучшими технологиями, лучшими практиками, и чтобы мы из разных индустрий узнали, какие технологии применяются в разных вопросах, связанных с HR. Далее у нас будет участвовать человек, который причастен к гостиничному индустрии. Мы, скажем так, с очень такой непростой страны. Я приглашаю Марину Почемок. Сейчас Марина занимает должность директора по управлению талантами Сбербанка. А до этого она была вице-президентом по управлению персоналом игр Сочи Олимпиада. Поэтому как раз Марина на своих плечах вынесла все те трудности, которые надо было перенести как бы за очень достаточно сложный период сжатых сроков как бы открытия Олимпиады, самой как бы Олимпиады. Ну и то, что Марина награждена даже безумным количеством наград от руководства и всевозможных сообществ, даже как бы не буду перечислять, они как бы у нас перечислены, можете посмотреть. Приглашаю Наталью Офицерову, HR-директора L'Oréal Lux. Наталья, большой опыт работы в FMCG с премиальным люксовым сегментом. Ее опыт может быть интересен тем, что там, где люкс, это очень большой вопрос, связанный с сервисом, с брендами и с престижем. Я приглашаю Людмилу Солдатову, HR-бизнес-партнера компании Siemens Healthcare. У Людмилы для нас очень интересный опыт для нашей как раз дискуссии, потому что Людмила работала как и в FMCG, так и в гостиничных сервисах, работала в компании Intercontinental Moscow Тверская, как раз, по-моему, занималась открытием, запуском этого отеля. И до этого, соответственно, в разных индустриях и девелопмента, и в FMCG, поэтому разные технологии очень знакомы и представлены. И приглашаю Наталью Роботовскую, HR-директора United Catering Group. Наталья тоже, скажем, такой микс опыт, связанный с гостиницей, потому что Catering Group, как вы понимаете, по названию занимается кэтерингом, и там у нас не бывает гостиничного сервиса без ресторанов, очень похожие как бы темы, и тоже предыдущий опыт Натальи, он из разных сегментов, из банковской, из компании In The Project, знает как бы как и люксовое направление, так и премиальное, и приглашаю нашу последнего спикера, последнего участника, Николая Гальянова. Николай, аккуратнее. Это на счастье. Да. Присаживайтесь. Николай у нас сейчас занимает должность директора персонала Сумма. Это ритейл, это люксовое направление. Но до этого у Николая очень большой опыт FMCG, компания Coca-Cola, Bibidan и другая как бы розница IKEA и консалтинг Accenture. Поэтому тоже как бы опыт достаточно очень такой разносторонний. Поэтому мы можем поговорить про достаточно интересные вкусные вещи, которые каждый из уважаемых представленных как бы спикеров всегда как бы применяет на практике и может рассказать и поделиться с вами как бы интересными вкусными полезными вещами.
У нас сегодня с вами будет несколько тем. Темы, связанные с подбором, с мотивацией. Мы не можем обойтись тему грейдинг, рекрутинг. Конечно же, поговорим обязательно по теме, связанной с нашим новым спортивным соревнованием с FIFA 18, которое пройдет и затронет много городов. И уже на сегодня на эту тему уже говорили другие участники из других круглых столов и дискуссий. Вот. Ну и наша задача на самом деле поделиться тем опытом, знанием, которым есть, потому что, ну, наверное, ни одна компания не сможет совладать без правильно подобранных, хорошо замотивированных людей, потому что люди — это все. Это люди, прежде всего, оказывают сервис. Можем написать кучу стандартов, но без правильного, как бы, скажем так, отношения людей к этим стандартам клиент не получит нужного сервиса. Мы можем прекрасно просчитать инвестиционный план, но если мы не заложим правильные технологии в работу с людьми, он может, к сожалению, провалиться. И как бы в любом бизнесе люди — это ключевой, как бы, аспект, потому что это основное, кто приносит нам радость, эмоции, удовольствие, создает прибыль инвесторам и акционерам. И о том, как их управлять, что влияет, что может помогать, как бы, в дальнейшем лучше, как бы, работать с персоналом, это наша сегодняшняя ключевая, как бы, тема. Ну и, наверное, я хотела бы начать самого непростого вопроса, потому что сегодня было много тем, и вчера было много тем, связанных с инвестициями в гостиницы. Любые инвестиции начинаются с того, что надо собирать команду топ-менеджеров, да, и это, прежде всего, самая первая головная боль любого инвестиционщика, любого собственника, который создает новый бизнес или вкладывает в новый объект, как бы, с нуля, и, соответственно, это, как бы, ресурс, которым, от того, собственно, какая голова, как бы, от того будет простраивать сама, как бы, команда. И тема, как бы, всегда очень непростая, потому что разные есть методики, разные есть подходы. Исходя, как бы, из этого, на самом деле, вот первый вопрос, который обсуждаем, это есть ли какие-то сложные моменты и акценты, которые нужно обращать внимание в поиске, как бы, именно топ-менеджеров, да? И, может быть, есть какие-то изюминки, потому что все знают стандартные способы, есть открытые источники, закрытые источники, есть агентство, но это, как бы, такая классика жанра, она, как бы, очевидно всем, но, может быть, есть какие-то очень интересные моменты, а тем более, что гостиничный сегмент ни для кого, как бы, не секрет, и я думаю, что присутствующие здесь иностранные граждане не закидают меня шапками, но есть тенденция, поскольку мы находимся в рублевой зоне, все-таки переход на рублевые контракты и для иностранных граждан, то есть, и, соответственно, как бы, опять-таки же, тренд замещения, соответственно, российскими менеджерами, как бы, тех экспатовские контракты, которые есть. Вот. Поэтому вот на эту тему, может быть, я попрошу, наверное, Наталью офицеру, как бы, сказать пару слов. Спасибо. Ну, Марина, я абсолютно согласна, что вопрос непростой, он и как вопрос непростой, и по воплощению он тоже очень непростой, потому что, ну, я буду говорить про российский рынок, и, опираясь на свой опыт вот в текущей компании, в L'Oréal, иногда буду ссылаться именно на подразделение L'Oréal Lux, да, потому что есть отличия в зависимости от бизнеса и каналов дистрибуции. И мы сейчас в России, вообще, мы всегда говорим о том, что у нас очень много кандидатов, но при этом вот звездных кандидатов их не так много. Мы очень дотошно относимся к подбору сильных людей. Когда мы говорим о таком непредсказуемом годе, как сейчас, с точки зрения, там, экономики, курсов, то вообще вопрос усиления команд, при том, что штат сейчас очень сложно его растить из-за бюджета, да, усиление команд – это очень важно. И на уровне топ-менеджмента это вообще целая история. Вот L'Oréal Lux – довольно зрелая компания с точки зрения развития людей. У нас есть talent review, у нас есть succession planning, где мы заранее планируем, через сколько лет кто может занять позицию бренд-директора, войти в топ-менеджмент компании. Сейчас у нас есть такая трудность, есть сильное такое среднее звено, есть топ-менеджеры, а вот между ними, да, вот такой пул, который готов будет там через год занять позицию директоров, нет, то есть нужно еще время какое-то, чтобы подросли.
Поэтому мы очень часто обращаемся к внешнему поиску, несмотря на то, что мы не исключаем вот эту политику build from within. Да? Но мы сейчас такой стараемся искать правильный баланс. И вот за прошлый год основная часть топ-менеджеров у нас приходили из других компаний, я говорю в целом про ЗАО «Лореаль». Мы, ну, я считаю, что важно как бы заранее предугадывать вот эти проблемы, с которыми можно столкнуться. Мы, несмотря на то, что у нас прямо сейчас вот нет вакансии топ-менеджеров, мы все равно ищем, знакомимся через агентство, через рекомендации, для того, чтобы быть на связи вот с сильными менеджерами и сделать им предложение, когда это будет актуально для нашей компании. Очень важно, что вот люкс-индустрия очень узкая индустрия, поэтому если раньше мы в основном, у нас была такая, мы обменивались кандидатами с такими компаниями, как Dior, Chanel, то сейчас мы решили, что мы не будем вот сужать рынок, нам интересны кандидаты из других компаний, там, я не знаю, из еды, из IT, да, то есть при поиске и подборе топ-менеджера для нас больше важно, больше важен ход мыслей человека и его такой социальный навык. Да, то есть, может быть, в люксе не работал кандидат, и у него, может быть, даже нет виллы в Куршавеле, он далек от этой истории, но образ мысли, там, креативность, в зависимости от позиции, про которую мы говорим, вот это становится важнее. Можно обладать суперопытом, можно иметь классный бэкграунд, суперобразование, быть из очень хорошей семьи, симпатичным внешне, но если отсутствуют правильные отношения, умение выстраивать отношения, если говорим про французскую культуру, то это вообще must-have, да, то тогда успех никакого не будет. Поэтому сейчас мы смотрим шире на рынок и общаемся, знакомимся со всеми. То есть правильно я поняла, что у вас сейчас ключевая задача не только узко смотреть в вашем сегменте, но и на самом деле расширять горизонты. Не важно, что человек там, предположим, не работал 5 лет в люксе, в косметике, но при этом как бы у него обладает какие-то компетенции, он работал в другой как бы индустрии, но компетенции его потенциал таков, что вы готовы как бы его брать. Да, абсолютно. Это становится более ключевым как бы аспектом, да, по отношению, да, к опыту. У нас, да, у нас есть такие примеры людей, которых мы повстречали. У нас сейчас нет позиции, чтобы предложить, но мы с ними поддерживаем отношения, чтобы их не потерять, и они из совершенно других индустрий абсолютно. То есть такой talent pool, топ-менеджер. Да. Марин, а может быть вы как-то прокомментируете ситуацию, потому что вам-то как раз в Сочи не было возможности заранее знакомиться как бы с людьми, и надо было как-то запускать процессы и искать позиции, которые... Вообще, в принципе, мне кажется, в России их не было таких людей, там, не знаю, там, по покрытию, там, поле как бы там, или по строительству, или там, по... Там, как надо правильно заливать какой-нибудь спуск, который отвечает за холодильные установки, как бы, вот, ну, просто же вот до этого Олимпиада, когда была? Давно, как бы, уже этих специалистов нету. Я, наверное, добавлю немножко про топ-менеджеров. Мы тоже взяли такую вот стратегию, да, люди с опытом, люди с потенциалом. Мы сказали, мы берем с людей с потенциалом, и в них очень много вкладываем знаний про спорт, да. И в потенциал в том числе мы вкладывали то, что сейчас по-английски называется learning agility, да, то есть способность впитывать знания, способность ими делиться, да, способность их применять на практике. Есть много инструментов, которые проверяют. И в качестве такого ДНК, да, вот то, что must have в людях, это, безусловно, очень сильная достиженческая мотивация, потому что было очень много барьеров, то есть человек достиженец, он должен работать руками, то есть, да, ты на прошлом месте работы был большим руководителем, но здесь у тебя стройка, и тебе нужно ее курировать и общаться с инвесторами, и вообще понимать, где у тебя что будет на плане, это твоя работа, да, ты можешь ее делегировать, нанять себе проект-менеджера, но у тебя не будет огромного штата, это очень была такая плоская организация. Про сотрудничество, безусловно, потому что это и инвесторы, и региональные власти, и подрядчики, да, и твой будущий персонал и коллеги, обязательно нужно было, это была очень такая серьезная компетенция. И последнее называлось уважение. И, может быть, оно кажется очень гуманитарным, но если в человеке не было, вот знаете, такой целостности,
потому что игры были олимпийские, паралимпийские, в этом смысле ну, круг общения был очень широк, и у человека должно было быть внутреннее достоинство и уважение к себе и к другим. И вот и плюс вот, да, проверка этого потенциала. И в таких людей мы действительно много вкладывали. Это первая была дилемма, потенциал, опыт. Вторая дилемма была, вот, которую Марина затронула, это локальный человек или человек с опытом, может быть, да, где-то из другой страны, и таких было очень много. И стратегия была такая, что мы хотим оставить наследие в виде компетенций в России. Поэтому, ну, мы понимали, что у нас нет опыта каких-то вещей, да, и к этому опыту, конечно, нужен доступ. Поэтому мы приглашали людей из разных стран, причем приглашали очень непросто, они все, для них Россия была там загадочная, а Сочи вообще было непонятно что. Поэтому мы оплачивали нашим коллегам из других стран то, что называется ознакомительный визит. Они могли сюда за наши, так сказать, оплачиваемые, да, приехать на неделю, посмотреть город, пообщаться с людьми, понять, что мы им предлагаем с точки зрения работы, они могли принять офер или нет. Мы считали, что это правильная инвестиция. И очень много людей из других стран, они работали на позициях экспертов, да, не первых операционных ролей, экспертов, помогая, да, вот, каким-то своим опытом. И вот так, такая связка, да, она помогла, собственно, вот, с, ну, по крайней мере, всеми объектами спортивными и неспортивными, да, в периметре игр руководили вот выращенные, найденные люди, все с локальными тренингами. Ну а как вы считаете, сегодняшним организаторам, тем, кто занимается приемом как раз FIFA, да, 18-й год, еще, в принципе, сейчас у нас еще есть фактически 2 года, да, им проще будет после уже вашего опыта, вашей экспертизы, как бы с какими трудностями столкнуться, какие тренды после этого останутся? Ну, трудность, наверное, такая, что есть чемпионат или игры, да, а есть каждодневная жизнь, и в этом смысле у объекта должна быть очень там, боеспособная команда, и она действительно состоит из руководителей, которые должны быть гораздо больше, чем просто управление активом, да, это люди с очень таким серьезным настроем на то, что это таким, да, клиентским опытом. И плюс формировать команду, которая действительно состоит из самых разных людей, это кросс-функциональная команда, да, там должен быть человек, который занимается пиаром и общается с прессой, или тот, кто занимается там покрытием или льдом. И, конечно, сделать из этой команды, да, какой-то такой цельный организм, который может работать и под давлением, да, и в другом режиме, вот оставить после себя такую команду, которая будет, ну, эксплуатировать, это, конечно, наверное, непростая задача. И мы тоже просто вот следили за тем, чтобы даже объект, который, ну, там, Розенхутер, да, по идее, вроде как он должен быть в Сочи, и это не первейшая наша задача, потому что мы должны уже прийти на этот объект готовый и организовать мероприятие. Но такого не было. Все строилось, формировалось и создавалось синхронно. Поэтому задача, вот как Марина правильно сказала, найти всех, включая самых вот таких редких специалистов, которых, ну, в России практически нет. Или привести эту экспертизу из-за рубежа для того, чтобы передать ее здесь локальным людям. И вот, наверное, один из таких уроков, который вот, ну, можно извлечь, это первое. Понимание HR в очень широком смысле слова, и мы это называли workforce. Это не только штатный персонал и даже не только временный. Это все подрядчики, это все, кто работает, в том числе там и на какой-то контрактной основе, потому что все они влияют на вообще успех работы. Да? И в этом смысле в поле нашего зрения были все люди, которые так или иначе относятся к там, объекту, будь то там объект, не знаю, ресторан или гостиница, или какой-то спортивный объект. И второй момент – это очень раннее планирование. Потому что поскольку все были поглощены стройкой, то вот о людях думали в последний момент, как-нибудь потом. А потом обрушились тысячи, десятки тысяч горничных, водителей, да, вот все те, кто нужен для того, чтобы обеспечить сервис. И, конечно, вот это очень раннее планирование, пусть оно будет гипотетическим, пусть оно все время уточняется, но понимание, кто тебе будет нужен и где ты этих людей будешь брать, вот это то, чего, к сожалению, не произошло в Сочи, да, и потом вот, мы сначала достроим, потом подумаем об этом. И вот это потом подумаем, это был просто адский ад, потому что ну, людей нужно было искать по всей стране, искать очень быстро, привозить, сформировать из них какую-то там команду, поэтому просто усилия гигантские были положены на то, чтобы вот это все потом в результате сработало.
Ну, на самом деле, судя из вашего рассказа, FIFA все-таки правильно движется, потому что у них сейчас есть и запланирована такая единица, которая должна запланировать все бизнес-процессы, не только в процессе, но и самый большой упор, который сможет завершить это мероприятие, что есть как бы сроки, которые должны закрыться, и, соответственно, все бизнес-процессы, связанные с людьми, как бы еще с чем-то завершиться. Это как бы сейчас ключевая задача найти такого человека. Ну, потому что планирование еще даже не началось, как бы, да, как бы, но на самом деле думают о том, как о том завершать. Вот. Анна, может быть, вы пару слов добавите, поскольку как раз вы-то столкнулись тоже как бы и с процессом, как бы, как чувствовали себя как бы ваши сотрудники в период как бы Олимпиады, какая нагрузка приходилась, да, а как вы себя чувствовали, какие тренды, и что вы сейчас делаете в преддверии, как бы, опять-таки же, следующих как бы игр, как бы, как готовите к этому персонал, на что рассчитываете? Просто хочется сразу заметить, что ситуация немного разная. Да? Если мы говорим про Сочи, там не было ничего, там была стройка, там были отели, необходимо было заполнять большое количество рабочих мест. Сейчас мы в другой ситуации. В частности, компания Carlsen Residor представлена в большинстве площадок, где будут проходить футбольные матчи. И наши отели уже операционно полностью готовы, они действуют, они функционируют. Соответственно, персонал в этих гостиницах набран, обучен и работает. Если мы говорим о помощи, которая будет оказана этим отелям, потому что, безусловно, будет больше наплыв желающих приехать, то, конечно, наши сотрудники, они всегда заинтересованы в каких-то task-force-контрактах, например, чтобы поехать и быть в центре вот этого вот мероприятия, как, в принципе, было и в Сочи. Наш персонал из других отелей с радостью переезжал на постоянное, в принципе, место жительства и работы в Сочи. И, например, там многие до сих пор работают. Также приезжали на какие-то краткосрочные контракты именно на время проведения соревнований. Ну и, соответственно, мы будем руководствоваться этим опытом и сейчас при проведении. Понятно, ясно. Людмила, может, вы добавите несколько слов, поскольку у вас тоже такой смешанный опыт, как бы, и вы понимаете, как бы тенденции, которые идут из разных индустрий, связаны с такими событиями. Ну, что можно сказать? Действительно, мы сегодня встретились с Суви, и я ему сказала: ты знаешь, быть HR, неважно в какой сфере, HR везде, HR задачи стоят примерно одни и те же. И самая главная задача, на мой взгляд, это формирование команды. И формирование команды, сначала идут, безусловно, топ-менеджеры, и затем уже, собственно, вот те люди, которые действительно делают бизнес. Могу сказать следующее, что принципиальных различий между разными индустриями нет, есть только задачи и требования. И тем не менее, все равно те люди, которые приходят работать в ту или иную компанию, они совпадают, скорее всего, по корпоративной культуре, либо по своей культуре и понятиям жизненных ценностей с той компанией, в которую они приходят. И они там либо остаются, либо не приживаются, очень быстро уходят, либо уходят сразу же. То есть основой всего, вот, на мой взгляд, является эта синергия кандидата, неважно, какая позиция, топ-менеджер или это горничная. Абсолютно неважно. Самое главное – понимание того, что да, это моя компания. И когда я в свое время читала тренинги в Синергии в университете, я использовала такую фразу для кандидатов. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Так вот, я всегда говорила, говорю и буду говорить. Это касается не только кандидатов, а это касается и работодателей. Это касается в первую очередь нас, HR-ов, потому что от того, как мы встретим кандидата, вовремя ли мы ему позвоним, вовремя ли мы с ним пересечемся там, где договорились, будет впечатление кандидата о всей компании. Поэтому мы являемся как бы зеркалом всей компании. И это, честно могу сказать, что это ювелирная работа наша. Я очень рада, что я уверена, что мы все с ней с большим удовольствием справляемся. Поэтому самое главное, и массовый подбор, вы не представляете, это тоже очень интересный момент, тогда, когда за 5 минут команда набирающих менеджеров
должна определить, подойдет человек или не подойдет. Мы имели такой опыт, когда собирали как раз команду для Intercontinental Moscow Тверская. Мы потратили 2 дня на массовый рекрутмент. Ну, какие-то там были, безусловно, моменты подготовки, очень большой подготовки. Но в течение 2 дней мы одобрали 70% того штата, который начал работу во вновь открывающемся отеле. Я прошу прощения, я говорю вот об очень маленьком примере, да, то есть не на больших таких проектах, как у вас, Марина, но тем не менее, мне кажется, что подход-то один и тот же. Спасибо. Вот мы, собственно, плавно переходим как бы, к теме, связанной с мотивацией персонала. Я бы на самом деле сказала, что уже, наверное, такой лозунг достаточно устаревший. Сейчас он уже в разряде того, что нужно увлекать, привлекать, завлекать. Наверное, вот так выглядит сейчас система мотивации в многих как бы, компаниях. Я знаю, что здесь присутствующих много прекрасных, замечательных как бы, кейсов. Наталья, может, вы начнете с того, что поделитесь теми вещами, которые есть у вас, теми проектами, которые вы делаете? Спасибо, Марина, с большим удовольствием. На самом деле мы на сегодняшний день пытаемся выстраивать систему мотивации, которая базируется на 3 этапах. Кит номер 1 – это социальный пакет. Да, сюда входят зарплаты, сюда входят добавки, надбавки, компенсации, то есть некий набор обязательных выплат. И к этому направлению программ требования только одно – они должны быть рыночные. И, собственно говоря, они должны удовлетворять потребностям тех ребят, которых мы хотим привлечь в команду. Но при этом мы понимаем, да, что выстроить достаточно адекватные рыночные истории с зарплатами, доплатами и компенсациями, мы решаем вопрос привлечь отчасти. Да, но как только человек заходит в команду, история с зарплатой, как мотивационная история, работать перестает. Да, то есть мы не решаем при этом задачу помочь человеку работать на определенном уровне, с определенным результатом и так далее. И поэтому далее мы запускаем программы стимулирования, среди которых есть набор конкурсных, акционных, поощрительных программ для линейных сотрудников, для топ-менеджеров компании и так далее. Естественно, премиальные варианты, да, это все здесь, в этой части. И есть третий кит, да, то есть третий набор программ, это то, что ориентировано на выстраивание мотивационного климата, да, то есть сюда попадают и мероприятия, связанные с выстраиванием корпоративной культуры, да, потому что мы все понимаем, отсутствие корпоративной культуры – это тоже культура, и этим вопросом нужно заниматься достаточно серьезно. Ну и вот, собственно, в качестве примеров, да, давайте, наверное, приведу пару каких-то конкретных инструментов, которые, в общем-то, себя показали как результативные. Да, скажем, не так давно мы запустили, очень довольны этим инструментом, запустили конкурс для линейного персонала всех объектов компании, который называется «Успех года». В нем участвуют и руководители, не только линейный персонал, практически весь штат. Целью конкурса является увеличение прибыли. Ну, мы все живем в интересное время, да, и хочется прирасти по всем финансовым показателям. И, собственно, у нас объекты соревнуются между собой по уровню прироста замечательных показателей EBITDA. Да, то есть, кто прирос по прибыли максимально за указанный период, мы выбираем троих призеров и, собственно, команда, да, вот, от всей сети победителей, занявших первое, второе, третье место, раз в полгода у нас отправляется за рубеж, мы покупаем путевку. И сразу хочу отметить, что с точки зрения бюджета, да, мы анализировали эту ситуацию, мы проводим сейчас порядка 5 конкурсов в год для линейного персонала и для руководящего состава. С точки зрения бюджета эта история намного привлекательнее, поскольку охват происходит 100%, да, а косты, они, в общем-то, в 10-12 раз ниже, нежели бюджет на премиальные, квартальные, годовые бонусные программы. Следующий пример, которым мы остались довольны, это конкурс, знакомый всем ательерам, разумеется, да, инструмент, знакомый всем ательерам, это Mystery Shopper, да, то есть тайный гость. И, собственно, у нас вся линия раздачи, все кассовые зоны, да, они оцениваются по чек-листам, мы раз в квартал подводим итоги, вместе с генеральным директором раз в квартал объезжаем все объекты, выбираем по всей сети из 1500 линейных сотрудников, выбираем 3 прекрасных победителей, которых награждаем лично грамотой, денежным призом. И опять же, бюджет очень маленький, эффект на самом деле оказался потрясающим, потому что мы замеряли уровень сервиса в качестве процента выполнения стандартов по сервису, да, по ряду
критериев, он вырос у нас в 4,5 раза, чем мы, конечно же, остались очень довольны. Еще один пример, еще один конкурс, да, который мы также оставили в системе, да, то есть он сначала был акцией, затем превратился в конкурс. Это конкурс «Лучшая производительность», да, который мы объявляли и проводили среди шеф-поваров компании. Конкурс «Бережливый шеф». То есть большой плюс такого подхода, он, конечно, заключается в возможности точечно влиять на, скажем так, зоны роста, да, компании, которые мы видим. Понятно, мы стараемся, да, двигаться в ногу с той стратегией, которая принята, быть, ну, так скажем, в гармонии со стратегическими целями компании, но при этом, когда нужно за достаточно короткий промежуток времени достичь достаточно серьезных результатов в очень конкретных вещах, прибыль, уровень сервиса, удовлетворенность клиентов, даже порой подрастить срочно нужно лояльность персонала, да, потому что есть всплесковые периоды, есть сезонность, есть, да, ряд факторов, которые очень сильно влияют на состав команды, на текучесть персонала и так далее. Также в рамках, да, вот этих корпоративных программ мы в свое время провели такой небольшой эксперимент и, собственно, оставили это в системе как постоянно работающий инструмент long weekend для топ-менеджмента. Это была задача запустить систему обучения. Сегодня у нас на потоке уже 2000 обучающихся, да, в год учатся все. И начинали мы с того, что ставили, ну, как нам казалось, вкусную для себя цель влюбить топ-менеджмент в инструмент обучения. И, собственно, для этого мы собрали команду топов, да, и вывезли их за границу, провели там, просто там провели обучающий модуль, да, такой мини, да, как некая квинтэссенция, да, каких-то управленческих фишек, да, и прочего-прочего. Народ, конечно, у нас зажегся, вовлекся, и, собственно, процессы обучающие у нас стали выстраиваться достаточно быстро, с нужным для нас эффектом. Спасибо, очень интересно. Николай, может быть, вы несколько слов добавите, поскольку у вас тоже люкс и сервис, наверное, ключевая компетенция, за которую бьются, наверное, все. Ну да, я совершенно согласен со всеми коллегами, которые сейчас яркие примеры, да, рассказали. Спасибо большое. Соответственно, ну, что я могу добавить, так вот коротко добавление. Действительно, акция «Тайный покупатель», она очень хорошо показывает и мотивирует и является, скажем так, хорошим внутренним конкурсом и примером для сотрудников, каким образом вот можно выстроить вот такую некую мотивацию на соревновательность. Но также к этому я бы добавил то, что сейчас, понятно, турбулентные времена, уже все говорили про, я думаю, что неоднократно, не только на этой встрече, про там, на то, что сложный период достаточно сейчас в нашей стране, который скорее всего, будет длительный, не такой, как раньше, вот в 2008 или 98 году, когда там за полгода-год все, так сказать, выровнялось. По всей вероятности, ситуация такая, которая происходит сейчас, она продлится дольше времени. И здесь вот с точки зрения удержания сотрудников, мотивации на удержание, потому что я совершенно согласен, что мы можем большой денежкой привлечь людей, но потом их нужно как-то удерживать внутри, чтобы они не переходили к конкурентам, потому что по-прежнему рынок труда, он остался тот, который и был 2-3 года назад, связанный с тем, что мы вступили в демографическую яму начала 90-х годов, и сейчас просто нет сильных специалистов, а поколение X и начало там Y, они уже, так сказать, обладают нужными компетенциями, но их тоже не так много, и они переходят из компании в компанию, просто, как сказать, перекупают тогда конкуренты. Вот каким же образом, скажем так, и те проекты, которые мы делали, можно удержать сотрудников. Тут вот важно самый первый пункт, который бы я отметил, это самое главное — не распыляться. То есть очень важно выделить действительно критические должности, критичные для бизнеса, которые нам необходимо удержать и мотивировать. Потому что, ну, как сказать, если мы будем распыляться на всех, то в результате фокус он пропадет, и эффективность процесса удержания, она, скажем так, снизится. Каким образом это можно сделать? Ну, тут два главных мерила есть. Первое – это мы можем померить влияние на бизнес, которое оказывает конкретный сотрудник. Да? Это принятие бизнес-решений, влияние на EBITDA, на оборот и так далее.
Или это может быть экспертиза с другой стороны. Вот, например, для, если взять такую должность, есть рубщик мяса, я, к примеру, приведу. Вот эти люди не так много зарабатывают, но вот от разделки туши, например, коллеги, которые вот знакомы с этим, зависит, туша в плюс или в минус уйдет на 30% с точки зрения вот, ну, как сказать, результата эффективности этой разделки. И к тому же таких специалистов достаточно сложно найти на рынке. Это, как правило, ну, на рынке труда, это, как правило, конкретно на рынок надо идти, да, и там еще искать. И достаточно среди них высок уровень алкоголизма. Поэтому вот это пример должности, которая вроде как и не так, ну как сказать, не, это не топ-менеджерская позиция, да, это не горничная, но с другой стороны, это вот пример той позиции, на которой нужно и важно фокусироваться, потому что здесь вот у нас та эффективность бизнеса лежит, которую мы можем повысить. Также, конечно, это могут быть топ-менеджеры различного уровня, которые влияют на уже более глобальные вещи. И здесь важно, следующий пункт, это создать очень четкую и важную систему мотивации, комплексную. Здесь я совершенно соглашусь с коллегами, что это не должно у нас быть отдельно отдел обучения придумывает какую-то программу, отдельно мы повысим зарплаты, отдельно мы сделаем для них лучшую медстраховку. Это должна быть синергия, это должен быть комплекс факторов. И здесь нужно каждому кейсу, каждому сотруднику относиться вот как бы в комплексе, да. Ну, прежде всего, действительно, заработная плата, она должна быть как минимум в медиане рынка, либо выше медианы рынка. Далее, все очень хорошо в этом случае работают бонусы. Это отложенные бонусы, которые мы платим по результатам определенного периода, определенных достижений, они могут быть там через 3 года, например, выплачены, но достаточно крупной суммой может быть. Но если сотрудник уходит раньше, то по условиям этот бонус не выплачивается. Также хорошую роль здесь играют спот-бонусы, так называемые. Это бонусы по достижению. Их может быть нет в вашей бонусной политике прямо сейчас, но можно их как бы вести дополнительно. Это бонусы конкретно за проекты, за результаты. Вот эти небольшие такие вещи, которые здесь и сейчас делает сотрудник. И, соответственно, также еще важно помнить, что у таких вот людей, которых high potentials, то, о чем мы говорили, очень важно это развивающие проекты, чтобы были у этих людей, потому что по всем исследованиям, напомню, именно развивающие проекты, они по максимуму удерживают сотрудников, потому что, ну, помним, что деньги, зарплата – это как секс в браке, условия обязательные, но недостаточные для того, чтобы удержать сотрудника. Обязательно сотрудник должен развиваться, особенно, ну, как бы, если он в результате карьерной беседы оценивает, как себя высокопотенциально. И здесь очень важно понять его мотивы, задать ему ключевой вопрос, потому что, ну, сколько бы мы здесь ни говорили, начать надо с простого. Это выстроить диалог с такими сотрудниками. И в результате по каждому нужно составить план его удержания, который будет, соответственно, включать и монетарную, и немонетарную мотивацию, а также мотивацию развития, которая обязательно включает развивающий проект. Это что касается вот критических должностей, так называемых. Спасибо. Спасибо. Ну, 30 человек мы таким образом как оценили и составили, скажем так, на них вот эти планы. Прекрасно. Анна, может быть, добавить? Я знаю, что у вас есть прекрасный проект, больше ориентирован на женщин. Буквально, если можно, вот в двух словах, какие у вас есть фишечки? Да, я боюсь, что если я сейчас начну рассказывать про полную систему мотивации компании «Карлсон Дизитор», мы, наверное, до 7 вечера отсюда не выйдем. Но действительно, у нас очень много интересных проектов. Но сегодня, просто замечу, как сказали, «Women in Leadership», «Женщины-лидеры» называется данная программа. Была создана исключительно для того, чтобы повысить количество женщин на руководящих должностях, потому что это проблема бизнеса, которая действительно существует, я думаю, что не только в нашей компании, но и во многих других. Но в рамках данной инициативы мы стали думать, почему это происходит, почему женщины хорошо работают, но потом не становятся топ-менеджером, генеральным менеджером гостиницы в частности. И одной из причин были неудобные рабочие графики. Ведь существует определенный стереотип генерального менеджера, да, в том числе он работает 24 часа в сутки, у него нет детей, и он
по первому зову компании переезжает в Караганду. Мы хотим разбить этот стереотип здесь и сейчас, работая над данной программой. Причем в итоге выяснилось, что ведь проблема такая не только у женщин, но и у мужчин в том числе существует. Да, и поэтому в рамках вот этой инициативы Women Leadership, как я сказала, мы теперь работаем над гибкими рабочими часами, то есть сотрудник может прийти, попросить у своего руководителя какой-то особый график, который удобен ему и его семье, например. Можно поговорить о джоб-шеринге, так называемом, да, когда два человека работают на одной ставке. Это, то есть, целенаправленно делается. Это удобно, да. И можно больше, например, времени, в том числе, своей семье уделять. И, конечно, это замечательным образом работает на мотивацию, вовлеченность персонала, потому что, когда сотрудник знает, что компания думает о нем, он и выкладывается, да, на 150%. Вот, если кратко. Ясно, спасибо. Коллеги, у нас остается мало времени, но еще есть одна очень интересная тема, связанная с Graduate Recruitment. Наверное, мы здесь не будем говорить про теорию поколения Y и Z. Те, кто не знают, в соседнем зале проходит для студентов бизнес-игра. Прошу обратить внимание, не тренинг, не лекция, не, даже не ассессмент-центр, а уже бизнес-игра. Там моделируются реальные ситуации с гостиничной как бы индустрией, и лучшие команды будут презентовать свои работы, поэтому после этого мероприятия можете перейти в зал, потому что как раз нам будет очень как раз интересно посмотреть, как реагирует поколение пока не Z, пока Y. Вот, коллеги, и на самом деле, может быть, буквально в полминуты каждому, какие проекты или какие специальные, скажем, мотивационные схемы или какие-то вот гибкие графики, на самом деле, то, что Таня сказала, тоже частично как-то тоже покрывает потребности поколения Y, да? Вот, мы сейчас не будем про теорию, потому что, на самом деле, теория — это еще на два дня отделенного большого, как бы, круглого стола или конференции. Вот, ваше мнение, как бы, что нужно делать сейчас для того, чтобы правильно мотивировать, удерживать и увлекать поколение Y, и что делается в ваших компаниях? Николай, буквально коротко, давайте с вас мы пойдем по цепочке. Да. Нам оставили минуту 30. Да. Коротко. Да, здесь важно понимать карьерные ожидания людей. То есть у нас есть специальная система управления талантами, куда попадают люди, прошедшие испытательный срок, это продавцы, если мы про фронт-офис говорим. И тут очень важен выстраивание диалога менеджера и сотрудника, чтобы очень четко понимать его цели. Он как бы well-placed и хочет стабильности, либо он хочет расти в продажах, либо он хочет стать большим руководителем. И очень четко нужно калибровать ожидания, потому что вот вопрос, либо, как сказать, поколение Y и особенно Z, это те, кто родился в 2000, ну, с 90. Я начну так, вот сейчас на работу уже там поступают люди 95-го года рождения. У них очень завышенные, как правило, ожидания, они хотят вот все здесь и сейчас. И вот необходимо стать очень министром. Четко. Да. И необходимо очень четко, методично, на ежедневной основе, это работа менеджера, калибровать эти ожидания. То есть объяснять, что жизнь не такая, как она в iPad и в других гаджетах, которые есть у человека. Ну, хочется отметить, что гостиничный бизнес, он, в принципе, привлекательный для разных поколений, не только для X. Путешествие – одна из ключевых особенностей поколения. Да. И просто хочется заметить, что мы предоставляем возможности, мы готовы брать на самые начальные позиции. В гостиничном бизнесе можно быстро, я говорю про компанию «Карлсон и Фридо», можно быстро сделать карьеру, работать с интересным коллективом, да, проникнуться в философию «Yes, I can». Путешествовать, да, совершенно верно, то есть путешествовать и развиваться, потому что, да, человек может быть переведен в другой отель, там, в другой город, на новую должность, познакомиться с новым коллективом. Все эти факторы, и проявить свою индивидуальность в том числе, что, мне кажется, очень важно для молодого поколения. Мне два слова хочется сказать о вот этих волонтерских центрах, которые были во время Сочи. У меня опыт такой, что молодое поколение, оно отличается от моего своей неинфантильностью, и оно действительно хочет влиять на ту среду, в которой оно живет, и влиять очень активно. Поэтому поговорка есть хорошая: you should shake the milk and the cream will go up. Если ты создашь среду определенную, да, турбулентную, нелегкую, то те, кто может, и те, кто хочет, да, не надо даже глубоких ассессментов, они сами выплывут.
Поэтому, конечно, у компании должна быть то, что называется big idea, да, чтобы был какой-то смысл. Поэтому корпоративное волонтерство. Поэтому есть много методов отбора, которые не только про там, решение кейсов, но про социальные проекты, в которых участвуют молодые люди, которые естественным образом показывают какие-то свои личностные и деловые компетенции. И, конечно, самое сложное – это дать им пространство и дорогу внутри компании, но вот возможность участия в социальных проектах, то, что сейчас развивается, да, на пользу города, на пользу региона, оно как раз и дает молодым людям вот это огромное чувство смысла, которое для них так важно. Ну, а я, наверное, про другую сторону медали хочу вам рассказать быстро, потому что в реале очень много программ. Есть программы менеджеров-стажеров, когда там первые 6 месяцев в полях, потом 9 месяцев в маркетинге. Есть просто стажеры полугодовые, есть программы тестов в реале, это летние стажировки. А, и это действительно особая категория людей, с ними совсем по-другому надо работать, разговаривать и ставить задачи, их контролировать. Но еще важно планировать заранее, что потом с ними делать, потому что, как правило, они не хотят просто прийти и потом куда-то уйти. То есть им интересно, а что будет дальше. И поэтому мы сталкиваемся вот время от времени в ситуации, когда у нас нет позиции, которую мы готовы им предложить после того, как они успешно прошли стажировку. Особенно если это вот прям звездные ребята. Очень хочется их отпускать, потому что мы инвестировали, и они тоже нас любят, вот, но это значит, что в какой-то момент неправильно спланировали, и физически позиция не открылась. Ну, вот, хотя мы делаем все возможное, чтобы таких кейсов было меньше, но всегда можно и предугадать. Спасибо. Камила? Да, на примере Симон здравоохранения я могу сказать следующее. Что, ну, наверное, это не только к силам здравоохранения относится. Поколение Y более мобильное, быстрее работают с объемами, с большими объемами информации, быстрее осваивают гаджеты, новые программы и приложения. Это действительно им свойственно. Тем не менее, они хотят быть свободными и быть занятыми одновременно, понимаете? То есть это две несопоставимых задачи. Как Siemens подошел к решению этого вопроса? Опять же, это касается только офисных сотрудников, это не подойдет гостинице, да? Ну, в части офисных возможно. Это дистанционная работа. От 20% рабочего времени до 80% сотрудник может работать дистанционно. Это значит, он может работать из дома. У каждого из нас не стационарный компьютер, а лэптоп. И мы можем каждый день менять свою локацию даже в офисе. То есть сегодня я захотела посидеть у окна. Сегодня прекрасная погода, я беру свой лэптоп, сажусь у окна. Завтра я, это мобильный офис тоже называется. То есть помимо дистанционной работы, мобильный офис, плюс гибкий график рабочего времени. Но не настолько гибкий, что сегодня пришел, завтра не пришел. Надо отметить, что поколение Y отличается еще очень большой ответственностью, и тогда, когда к ним относишься с доверием, это, в общем-то, возвращается с торицей. Поэтому гибкий график, это значит с 8 утра до 9:30 сотрудники могут приходить. То есть, понимаете, и, соответственно, уходить по истечении 8.5 часов, потому что полчаса у нас на обед. Поверьте мне, сотрудники пользуются этим очень успешно. Кому-то нужно к врачу, кому-то нужно просто, я не знаю, какие-то свои дела дома сделать. Да? Не было, не бывает, в редком исключении, даже я практически не знаю таких случаев, чтобы люди приходили в 9:30 и уходили в 4. Нет. И более того, они могут находиться в офисе до тех пор, пока не выполнена та или иная задача. То есть у нас нет такого, что двери закрыты в 6 часов вечера, офис закрыт. Нет. Также до 11 можно, если очень хочется, если стоит задача. Но это за редким исключением. Спасибо. Поэтому вот как-то так. Спасибо. Наталья, буквально 10 секунд у нас осталось. Я поняла. На самом деле, относительно игреков, United Catering Group любит и игреков, и иксов, и даже очень любят бэби-бумеров. Мы приветствуем очень разные типажи в компании, да, потому что есть разные должности, разные функционалы, своя специфика. И для нас, наверное, здесь важнее человек-процесс или человек-результат, нежели человек поколения X или Y.
Поэтому, но, тем не менее, что касается игреков, есть интересные для них программы. Компании в качестве примера эта программа «Есть идея». Это тоже, да, вот вариант конкурса, микс конкурса, акции и так далее. Да, то есть мы вовлекли абсолютно весь персонал в разного рода придумки, как сэкономить, да, как придумать, как додумать, да, как найти применение той или иной замечательного момента в компании и так далее, работает. А, разумеется, есть проект «Кадровый резерв», да, который в первую очередь ориентирован на этот типаж. Ну и на самом деле проектов много, да, то есть готовы делиться и дальше опытом, но вот мы просто верим и понимаем, что нет плохих и хороших сотрудников, есть либо люди не на своем месте, либо недостаточно полюбившие это место. Ясно, спасибо. Коллеги, на этом мы финализируем нашу сессию. Конечно же, мы бы с радостью выслушали ваши вопросы, но мы на них готовы ответить кулуарно, как бы после того, как завершится это мероприятие в следующем как бы зале. Вот. Основной итог нашего сегодняшнего мероприятия в том, что больше креативьте, увлекайте, привлекайте, завлекайте, придумывайте фишечки, потому что чем дальше наступает поколение Y и Z, тем больше надо отходить от стандартных как бы правил и классик, как бы, и привлекать, придумывать очень увлекательные вещи, которые бы удерживали, мотивировали людей. Ну и как бы ключевые моменты, которые вот мы сегодня подвели, с точки зрения топ-менеджеров, используют все моменты, даже когда они вам не нужны, встречаться и создавать кадровый резерв, это самый лучший путь, как бы безболезненно сделать любой стартап или открыть. Все, что связано с мотивацией, у каждого здесь присутствующих наших профессионалов есть энное количество кейсов, которые связаны с тем, как замотивировать, какие придумать игры, конкурсы, какие придумать карьерные переходы, движение вперед. Это все можно как бы делать. Мы, конечно же, Graduate Recruitment сейчас без него как бы никуда. Здесь зона как раз креатива открыта. Давайте поблагодарим наших суперпрофессионалов, которые сегодня участвовали на сегодняшнем мероприятии. Вот, и ждем вопросов уже в зале. Всем большое спасибо.